Добрый день, коллеги. В наличии есть запасные части для дупликаторов дупла. В частности, это лосановая сетка, внутренний номер W-067A. Оригинальный номер посмотрите по соответствию на сайте. Подходит к аппаратам S550, S650, S850. Сейчас я вам покажу. Вот имеет такую упаковочку, что она из себя представляет. Сама сетка намотана на гильзу и упакована сверху стрейч-пленкой для того, чтобы максимально безопасно можно было ее транспортировать. Вот так выглядит сетка. Здесь скотч, но придется снимать, я затем его наклею обратно. С одной стороны и со второй. Так она выглядит. Как вы видите, сетка она однослойная. Но, похоже, она металлизирована, потому что по краю можно чувствовать сопротивление, не характерное для обычной лосановой сетки. Да и на ощупь она, даже по звуку, слышно, что она металлизирована. Посему она требует особого бережного отношения, чтобы не было никаких повреждений. В общем, такие сетки есть в наличии, в альтернативном исполнении по цене значительно ниже оригинальных. Если у вас есть потребность, пожалуйста, обращайтесь, будем рады сотрудничеству.